Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Значит, переключаю кур на следующее поле выгула. Эта сетка стояла буквально вчера еще вот так, между этими двумя столбами. А перед этим она стояла вот так. То есть сначала был ход туда, ранней весной, пока снег не растаял. Или не растаял. Затем перешли сюда. Тут была зеленая трава. Как вы видите, они тут все разбомбили. До чего дотянулись руки или клювы. Раскопали все, что могли. Плетку с проводов сорвали. Клевали, где могли, эти стволы. Где не могли, раз это поразъедали. В общем, это все тоже кину туда, им курам. Пусть доедают. Повыкапывали топинамбур, где получалось. И теперь пора, чтобы топинамбур рос. Пора уже переходить на следующее поле. Следующее поле у меня зеленое. Там я развожу бурьян. Сейчас выпущу кур. Сделал так, вот так вот по-простому, сетка так как попало, в общем, поприбивал. Надо, конечно, сделать более солидно. Тут у меня раньше были гвозди вот так вот забиты, и я просто надевал на эти гвозди сетку, а потом что-то их убрал. Когда сетку убирал, складывал сетку, то и гвозди тоже поснимал, повыдергивал. Теперь по ходу получится, что надо вернуть гвозди на место. Ну, пока так прикрутил. Вот у меня тут тоже были гвозди. Вот так вот поприкручивал. И здесь у меня такой проход. Вот он. Сейчас заодно проверю, как они тут будут туда пролазить или не будут. Будут туда проскакивать или не будут. И уже там где-то поставил, вот там прямо по экрану поставил эту кормушку наполненную. Сейчас смотрим, как они тут будут путаться. Все хотят выйти, но выхода нет. Хода нет. Может, какая-то курица и проскочит там внизу, я не знаю. Пока сетка еще не отвиселась. Надо вот так встать. Вот они все тут и застряли. Вот, видите, уже начали проскакивать куда следует, на траву. Также у меня там растет два куста красной смородины. Они плохо перезимовали в этом году. Засохли. Был хороший урожай. Все, вышли. Вот остались самые умные. Да, ты самый умный? Куры, куры, куры. И я их накрыл мешком. Два мешка. Чтобы куры не обклевали там цветы, листья. Ну, они прибацаны, они могут такое сделать. И тут загородку закрыл, естественно, возле окна. Очень много зелени. Я ждал именно как раз, когда они начнут нестись. И чтобы тут лучше подросла зелень. Где-то здесь у меня было... Сейчас покажу. Почему-то выросла петрушка. Вот. В этом месте два куста. Вот здесь и там. Я ее выкопал, посадил в горшки, потому что они первым делом съедят петрушку. Естественно, если курица придет, она сразу съест. А ты почему не ешь? Не хочет. И здесь у нас растет макрать, так называемый. Это трава, которая
лучше всего растет на курином помете. Возможно, таким кормят у нас, такой травой кормят в этом. На курятниках наша ряба, вон, видите, он петушка бьет, куры лупят. Вот куры дерутся. Да, они такие боевые у нас. И пока они здесь будут выедать, вот там уже начала зелень расти. Начала, надо, чтобы она получше выросла. Когда тут уже все вычистят полностью. И это уже будет на осень. Пару месяцев, в общем, будет отрастать зелень. Вот. Значит, сетка это хорошо рыбацкая. Ее можно вот так вот локтем открыть. И такой получается еще дополнительный такой короткий выгул. Я очень переживал, получится мне, не получится. Расстояние хватит, не хватит. Где-то в притирку хватило. Все столбы стояли родные, так что я переживал на этот счет. Ничего не переставлял. Итак, с вами был Арсений Селезнев, Зверобой. Куры вышли в новый выгул. Промежуточный такой. В этом пока, на этом выгуле пока будет отрастать трава. Тот, который самый большой. Значит, дальние части выросла. А теперь я хочу, чтобы еще тут поближе выросло хоть что-то. Бурьяны какие-то повырастали. В основном лобода. Ну и может еще что-нибудь. Пока здесь куры вычистят все абсолютно. Косить не надо будет. И я думаю, что многие начнут нестись. Вот видите, что петушки пристают к курам, значит, уже куры выделяют такой или запах, или что. В общем, они уже собираются нестись массово. Несется только две курицы или три по очереди, не часто, а теперь будут, наверное, сильнее нестись. Выбрали в предыдущем участке полностью все, что можно выбрать. Там осталось немножко сена, но оно уже там, калорийности с него практически ноль. Я думаю, уже толку никакого не будет. Но то уже до следующей весны или поздней осенью выпущу, когда топинамбур уже засохнет. Может быть так, да. Это и все связано с топинамбуром. Если бы его там не было, можно было бы чаще его пускать. Но пока так. Пока растет топинамбур, значит, там будет открываться или слишком рано, или слишком поздно по отношению к лету. Только не летом. Потому что они его просто поломают и съедят. Он очень сладкий. Делайте такие выгулы курам. Естественно, всякая там живность, практически все будет истреблено. Ну, что поделать, чем-то надо пожертвовать. Красота требует жертв. Вот так вот. Или как-то так. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Ну, а я пойду кормить тех, кто совсем ослаб, курочки две в клетке. Смотрите обновления. Пока.